have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, попробуем сегодня кое-что поменять. Во-первых, я выключил перезапуск уровня, почему-то раньше это не видел. Я им не особо пользуюсь, потому что я как-то играю на то, есть как есть, да, чтобы получить некоторые заначки. Так вот, я это выключил, и, наверное, давайте начнем с леса, чего мы никогда не делали. Но игры будет... Да-да-да, знаю, поехали. Предпринимаем третью попытку. Леса. Лиса. Ну что ж. Посмотрим, за кого мы играем в этот раз. Ага. Мы играем за Able. Который capable на многое, да? Так, пойдем мы сюда к палке, пойдем мы сюда. Попробуем это все сжечь. Минуточку. Сортировочку. Давайте посмотрим. У меня есть. Есть аптечка. Зажигалки у меня. Что ты сделал? Так, отмена действия. Хорошо, по крайней мере, не перезапуск уровня, да? Так, пойдем сюда. По крайней мере, их надо отвести от машины. Конец хода. То, что у нее есть нож, это вообще здорово. Это офигенно, то, что у нее есть нож. Сейчас мы посмотрим, что мы найдем здесь, в этой развалюхе. Зажигалку мы нашли. Это офигенно. У меня есть... Погоди. А что значит снарядить? Нет, ты ее подберешь. Добавочное место, да? То есть она сейчас в сумке. Но я же могу поджигать при этом. Допустим. Ну хорошо, конец хода. Салют. Да. Полнейший салют. Пригласить. Супер. Значит так, ты можешь его убить? А нам тут есть что делать? Я бы, может быть, взял бы... Блин, а зачем я ей-то пошел? Есть камень, бутылка, палка, так, нож. Бутылку я заберу. Ну что, бутылкой можно и бросить, бутылкой можно... Наверное, я сейчас ей сяду в машину, подгоню. У ножа, кстати, последний удар остался, это печально. Поездка. Нет схода, он не успеет. Он ходит на одну клеточку, у него очень мало шагов, ходов в смысле. Так, забраться. А как выбраться, да? Все, поехали отсюда. Мы забрали человека с ножом, мы забрали бутылочку. В принципе, не уверен, что тут что-то еще. Там бы две палки, конечно, еще было. Так, ну и денек. Найти секретное место. О, я бы поехал на секретное. Думаю, так или иначе мы все узнаем. Поехали. Еще раз спасибо, что взяли с собой. Взяли. Ну, короче, тут немножечко насчет перевода и насчет разговоров, то, как они разговаривают. Они воспринимают и собак, и отсутствие союзников, как все подряд. Кстати, на удивление, мы начали с машины, в которой очень много бенза. Итак, видимо, пора на спасательную миссию. Ого. Это в городке Смит Гэп есть торговцы. Торговцы или спасательная миссия?
поискать припасы или новая машина. Давайте, может быть, на спасательную миссию. Мы пока вроде вооружены ножом. Нож можно потратить, бутылку можно потратить. Если мы получим еще одного человека, блин, сюда же мы потом уже не сможем к торговцам. Нам торговать особо нечем. У нас там аптечка и бутылка. О, там на столе что-то интересное есть. Убить нафиг. Собака! Понял. Так. У тебя есть нож, и ты можешь отбиваться. Ты идешь сюда. У тебя есть зажигалка. О! Аптечка, супер. Мы можем... Что ты... Отмена действия. Так, а ты у нас, дружище. И неплохо, там что-то... Что это такое? Очень похоже на карту. Отлично, это мы берем себе. Посмотреть. Показывает на карте живописные места. Так. Я могу, наверное, потратить ножик. Аптечку надо будет забрать с собой. 100 пудов. О, тут камень есть. Конец хода. Давайте, может быть, мы камнем что-то сможем, кстати, сделать. То, что он там вылезло на здоровье. Мне интересно, что там на столе, но... мне кажется... Я не могу понять, смогу ли я там пройти потом. Давай-ка с этой стороны сжигать. Насчет камня. Если я возьму камень... Метнуть. Убить? Убить. Пофиг. У нас тут есть еще палка, у нас еще есть нож. Нож подбираем. Отходим, наверное, вот сюда. Так он подойдет, но он нас не ударит. Конец хода. Отлично, красавчик! Убить, атаковать. Она его не убьет, да? Отлично, оно встанет. Нож мы тратим, аптечку забираем. И валим отсюда нафиг. Так, мне надо подождать, пока это все прогорит. Тем временем... блин, у меня все руки заняты. Мне нужно собакина освободить. Тут есть палка, тут есть камень. Давайте я пока отойду, наверное. Блин, там бы палатку обыскать по-хорошему. Если что, потом попробую оттуда убежать. А, собакин ранен. Мы сейчас на него аптечку потратим, хорошо. Это можно сжечь. Чтобы до палатки добраться или что? Ладно, отходим. Вуф. Так. Пригласить. Забраться в машину я уже не смогу, да? Так, а собакин? Можно, чтобы он с собой щит утащил. Ты забираешься и заводишь.
смысле, она полностью сгорела? Что ты? Это... Какого фига здесь произошло? То есть, ни урона, ничего. А, игра, прекрати, пожалуйста. Ну, то есть, почему это начало... Хоть минутку отдыха. Офигенно. Многое изменится. Да, она с тобой была полкомнаты. Виляет хвостом. Да-да-да, многое изменится. Мне достанется больше корма. Рявк. Рявк? Скорее было тявк. Баг почти... Почему? Баг не на нуле, нормально. Мы можем поехать за новой машиной? Мы можем поехать на... Нет, мы поедем за новой машиной. Блин, я бы сюда съездил на самом деле. Ладно, поехали. Собаки, наверное, не может обыскивать. Почему просто земля под ней загорелась? Вот в чем прикол. Она же горит там обычно... Офигенно, а фонарик-то у меня нету. Вон новая машина, понял. Так. Да мне лучше Собакина-то отправить. Вообще есть бензин? Там бы нам аптечку тогда забрать из машины нашей. В смысле, собакой можно обыскать? Неплохо. Ага. Забраться. Извлечь. Супер. Место у меня. Откуда у меня... Зажигалку положил вместо этого. Я думал... Откуда у тебя канистра-то? Ладно. Я думал... О, там еще что-то было. У Собакина есть аптечка. Так, давайте решать головоломку. Как бы нам... залить. Хорошо, конец хода. Блин, там новая сейчас понавылазит. Иди сюда. Бутылка. Аптечка. Сжечь. Давай, наверное, идти. И смотреть. Подожди. Я бы поменял бы, например. Пошел бы сюда. Интересно, куда они сейчас двинутся. Ёлки! Неспокойно это ты легенько так сказал, да, про неспокойно.
лечить. Прикиньте, закинуть собаку сейчас в это и сказать... Обыщи, так, иди обыскивай. Может, что-то принесешь. Нож! У меня собака с ножом. Крутяк, конец хода. Так. Проехать я там не смогу, да? Сати, давай сюда. Сюда. Я смогу вот тут потом пробежать. Ёлки! Это мне их придется двоих сбивать. В смысле, а забраться? Сортировка. Вот, а, из нашей машины можно вот это еще сюда. Конец хода. Блин, больно же. Вы мне машину калечите. Выбираемся все. Черт, обидно. Поменяли машину, конечно, но очень сильно ее потрепало. Прям печаль. Но у нас есть бенз. Машина, конечно, не в лучшем состоянии, но у нас есть бенз, аптечка, нож, зажигалка, собака. Заправимся. Времени прошло немало, там вроде как было горючее. И тут горючее, и тут горючее, и тут. Не знаю, удастся лишь... Давайте на рандом поедем. Отправиться, пофиг. Ну, давайте немножечко добавим приключений. Я не знаю, будет ли там бенз или нет. В крайнем случае мы потом оттуда не выберемся нафиг. Но вот интересно посмотреть, что там будет. Там есть человек, как минимум. Есть машина, есть человек. Давай ты с бутылкой сразу отправляешься сюда. А ты, дружище, принесешь мне камень. Конец хода. Она ранена, но ее можно достать оттуда. Хорошо. Что там? Очень хороший вопрос. Этот будет толкать машину. Где можем? Можем полутаться в машине, мы можем... Давайте смотреть, что будет происходить. Она выберется. А, он... Ой-ой-ой, он заперт, красиво. Убить нафиг. Ты что у нас такое? Погоди, осмотреть. А, это фаер для... Ой-ой-ой, это очень классная штука. Так, пёсель. Лутани, пожалуйста, машину. Шлем! Нафиг камень. Нафиг камень. Конец хода. Пёсель, пёсель, пёсель. Что нам со шлемом-то делать? Ну давай иди сюда. Отдать. Хорошо. А, так, осмотреть. А почему я не могу?
Нет, а почему я не могу снарядить его? Снаряжение, хороший запах. Зажигалка. История, он вряд ли справится. Рюкзак. Что, блин? Снаряжено, пахнет хорошо, жуется хорошо и носится весело. Что с переводом здесь происходит? Я только сейчас понял. Так, мне нужно... Почему я не могу шлем одеть? Вот в чем прикол. Валим отсюда. Это попробуем сложить в машину, успеть, если получится. Блин, собаку мне убьют. Это печально. Не-не-не-не-не, нам... Погоди, смотрите, у нас же есть багажник, правильно? Погоди, снарядить. А почему я сразу этого-то не мог сделать? Снарядить. Это можно было изначально раскидать по карманам. Блин, мне песель все-таки убьют, да? Меняем спутников одного за другим просто. Его можно воскресить. Так, ты у нас берешь аптечку. Садишься в машину. Блин, а бенз-то я тут не нашел. Ни здесь, ни здесь. Я могу ее убить? Серьезно? Привет, да, конец хода. Да. А, так. Нафиг. Этот сделает два хода. Он точно меня догонит. Я могу вылечиться. Да, конец хода, ладно. Как-то вот неудачненько все получается пока что. Я не смогу лечиться, мне не хватает ходов. Короче, ладно, этот забег тоже запорот. Но это не считается. Я хотел сказать, что типа сейчас давайте сделаем еще один забег на парочку серий, но нет, этот не считается, потому что тут все пошло не так. Попробуем пойти в следующий раз. Ладно, давайте так, в самом деле. По крайней мере, это мне помогло понять некоторые вещи, то, что сейчас тут происходит. Давайте на этом пока что забег оставим. В следующий раз начнем заново.
Сколько раз я тоже говорил. Вот, но в этот раз прям, опять же, с города, чтобы... Ну, я начал с леса, и у меня сразу красные твари поперли. Я, типа, себе усложнил всю дорогу. Надо было начать с города, набрать хорошую пати, набрать ресурсов. И, в общем, ладно. Это серия, которая еще раз меня чему-то научила. На этом давайте заканчивать, ребятушки. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.